Всем привет! Начинаем наш игровой день. Напоминаю, что играем в офигительные БКшечки, Три Восьмерочки Стар. Ссылочка на нее находится в закрепленном комментарии. Также не забываем подписываться. 5000 у нас на счету. Погнали по 250. Начнем с рубластика, да? Так, ну... Вряд ли, конечно. Хотя нет, смотри-ка, X3 берем сразу, офигеть. Это я вовремя зашел. Плюс 500 рублей, спасибо. Погнали в Одиссей тогда. Сразу по 500. Думаю, нормально будет. Минус. Так, ну тут 0,5 уже есть, конечно. Но это мало. Так, здесь что? Минусует. Блин, а что-то в Одиссей хуже стал играть. Рубла сразу занес, а 10 счет-то как-то не хочет, да? Так, ну x1 есть. Это уже хоть что-то. Так, 3 зеленых, 6 зеленых. Давай попробуем так. Блин. x2. А по зеленым не хватило x3. Блин, ну может зелень как-нибудь, а? Нифига. 5200, да? Сложно. Ладно, давай еще поиграем. Так, ну в принципе можно так сделать, ничего не меняется. Блин, опять одной комбинации по розовым не хватает. x1. О, хорошо, желтых много пошло, приятненько. Так. Угу. 2,5 даже неплохо. Блин, зеленый бы собрать 5 штук есть. Минус. Печально. Так, опять минусуемся. Так, 4, еще 4. Полтора, да? Ну окей. Здесь что? Ну это x1 точно. Ну, блин, зеленые не пошли. Ладно. Здесь. Да блин. Да капец. Так, есть немножко синих, хорошо. Блин, нифига не падает опять. Ну, нужен x5. Но пока берем только 0,5. Может поделить? Давай поделим. Так, давай сверху. Отлично. Не зря делил. Но это все равно x1. Блин, ну давай зеленочку, а. Я не уйду отсюда без зеленочки. Одиссей, ты меня знаешь. Так, x1. 3 зеленых. Ну дай последнюю. Собака, 6 зеленых. Ну как так, а? Да неужели? Неужели зеленка, блин? Ну, долго что-то мы этот x5 вытаскивали. Давай вот так попробуем. Блин, 4 еще зеленых. 5200. Ну да, по счету особо ничего не поменялось. Давай скрэч рискнем. 500. Раз, два минуса, три. Ну, x2 хотя бы, ладно. Играем еще. x2. Угу. Ну, в минус, короче, походу. Якоря x2. Ну, что-нибудь получше. x2. Блин, кроме якоря нифига нету, что ли, да? И то редко. x2. Ну, дай что-нибудь нормальное, а? Собака, 250 рублей осталось. Ладно. Фиг с ним, что теперь поделаешь.
Начали с минуса, не очень-то сильно нам везло, конечно, это было видно. Надеюсь, в следующем ролике я закину бабло, мы отыграемся. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.